Просьба ко всем нашим победительницам и призерам прокомментировать ваши общие впечатления от ваших выступлений и от этого чемпионата. Спасибо. Ну, мы все знаем, что Россия умеет проводить соревнования, умеет это делать хорошо. Это как ежегодно мы убеждаемся и на этапе Кубка мира в Питере, и на Гран-при в Москве. И этот чемпионат мира, конечно, проходил на высочайшем уровне. И я хочу сказать только спасибо организаторам, что вы провели в таком огромном зале с таким большим количеством болельщиков, которые болели исключительно за всех. Спасибо. Спасибо. Ну, мне очень нравится, как проводится чемпионат, потому что он у нас дома практически, в Москве здесь, и сколько сил вложено было, и мне кажется, он оправдывает наши ожидания. И очень здорово выступать на домашних соревнованиях, все очень здорово болеют, пытаются поддержать все страны, и спасибо всем огромное. Спасибо. Евгения, at the end. Алия. Please, your comment. Ну, мне очень нравится этот чемпионат, он для меня складывается пока очень неплохо. Я довольна, все, как все происходит, как мы здесь поработали организаторы, как поработали мы с нашими тренерами и остальными людьми, которые нам помогали. Thank you. Please. Мне тоже очень нравится, как проводят соревнования, потому что очень хорошая поддержка, добрая публика и вообще спокойное соревнование, очень, очень приятно выступать и вообще все очень хорошо. Эвгения? Ну, мне очень нравится выступать дома, очень хорошая поддержка публики и вообще здорово. Но у нас еще завтрашний день, уже настраиваемся на завтра. Если бы вы знали, девочки, какой сегодня дождь. Поэтому большое спасибо вам за это солнце, радугу и фейерверк. Спасибо большое. Я спит. Даша Кондакова, а можете вы сегодня прокомментировать утреннее свое выступление и уже в финале? Ну, утром я сделала лучше, ну, почище прошла, а вечером немного похуже. Но, в принципе, и так нормально было. Но будем работать, еще завтра день, и благодаря утренним выступлениям я попала на завтра. Thank you. Yes. Wait. Attendez, madame. Dites ça. Наверное, вопрос к Илье Гараевой и к Милютине Станюте. Очень острая борьба была между вами, и Люба Черкашина подключалась к ней тоже, и очень жалко, что она не села с вами. Девочки, насколько вам трудно соревноваться между собой в первую очередь? Потому что мы всегда оценивали, что все-таки с Россией играет только Украина. Сейчас Белоруссия набрала потрясающую мощь, набирает мощь Азербайджан. И вот чувствуете ли вы эту борьбу? И где перевесила Алия в финале, и где выиграла команда Белоруссии? Ну, я думаю, я хочу сказать, что борьба особо... Ну, можно сказать, чувствуешь только у себя внутри, потому что, слава богу, у нас не контактный вид спорта. Ты не выходишь, не смотришь друг другу в глаза и говоришь, ну все, я тебя там оторву за то, что ты вот азербайджанка. Ты просто выходишь на ковер и делаешь свою работу и борешься только сама с собой. Но в финалах мне было выступать немного спокойнее, чем утром, потому что утром у нас была командная борьба, мне было немного страшно. И выступать за команду боялась подвести девочек, которые вместе с нами работали. А вечером уже выступаешь для души, и тебя ничего не сковывает и ничего не тревожит. И это всегда получается лучше. Thank you. В каждой стране есть своя школа, свои особенности, и надо брать пример у разных стран и стремиться к лучшему, потому что еще не все на данный момент я умею. Я за себя говорю. Вот. Буду стремиться.
thank you. We have time for a last question, please. Yes, sir. Добрый день. Вопрос к Алии Гараевой. У вас три медали в личном зачете и одна команда. В сумме 4. Завтра будет 5? Мы будем мечтать. А завтра посмотрим, что у нас будет. Thank you.